Хайога, с вами Шумики, мы продолжаем родить игру под названием Железный Человек. В прошлой серии мы одолели песочный танк и лютера какого-то там. Так, ладненько, продолжаем. Ну, уровень, конечно, с лютером был довольно такой специфический из-за того, что долго-долго нужно ехать со сраной машиной, с грузом. А, слышите, походу бонус нам дают концепт арт, когда мы с вами проходим полностью уровень, уничтожая вот эти предметы, которые нам нужны. Ну, нафиг они нам нужны, так? Хотя я не знаю, как я тогда вот эти получать. Ладно, уровень. Дом Мафна. Спануша, что-то завод мафиона был уничтожен. Оставшееся оружие, которое находилось в командном центре. Теперь из зоны ЗОПа Фамза ЗОПТ отвинула атаку 20 чего-то там. Старт. Пойди, у меня ракета есть. Только где они? Groups like the Magia are becoming a serious problem. They want what you and I have. What about the billionaire brat? Don't worry about him. He's ready to retire. He's entering the philanthropic phase of his life. A merger would be a smart move. For both of us, we'd be stronger, more profitable, and safe from outside influence. I'd like to think so. Tell me you'll give it some thought. Are you kidding? Of course. Блин, я вот не знаю. Пойди, у меня есть ракеты, есть целый пулемет. Однако, где оно? Где это все? О, Кородия, мы нашли главную жилую яму. Прежде чем мы отметим контракт, поэтому, вероятно, у них больше оружия, чем у всех стран. Добро пожаловать в дом семьи Нифамарии. Я не уйду отсюда, пока не уничтожу все их оружие, Старк. Задача сторонним уничтожен Фрост. Не могу с ней связаться. Она не ответит, она знает, почему я здесь. Тони, спутники засекают несколько бункеров. Вероятность функций одних из них. Понял, Джарив. Отправь мне. Да, сэр. Я что-то детектирую. Оружие, которое им продал в этом что-то, поистине есть. На самом деле, я не... Подожди. Вот колесико мыши менять! Ё-моё, да ну нафиг. Обнаружена ракета Прометея, Старк. Дальнего действия. Черт, Джарвис, поможешь вычислить примерные траектории? Нет логичных траекторий цели в радиусе действующих, сэр. Хорошо, есть аллогичные цели? Несколько центров, населенных в радиусе действия. Ронни, я уничтожу ракету, то лучше начинать эвакуацию людей сначала. Ракета уничтожена, сэр. Обнаружена новость. Запалы ракеты, сэр. Пофиг. Ой, подожди, это мне сначала нужно бункер уничтожить. Connection established. Winning. It's Tony Stark. Окей. I won't protect you anymore.
Come on, that's no way to treat a friend. Don't force my hand. That was brutal. Yes! Да! Супер выстрел, бро. Кто по мне палит? Что? Что палит? А, я понял. Ну все, типа, ракеты нашел. А, подожди, тут еще что-то есть. Сэр, еще одна ракета готова к запуску. Черт, Уитни. Есть кто-то еще? По-видимому, нет. Так, ладно, переключаемся на ракеты. А, танк посрать. Может, их не обязательно, походу, уничтожить полностью. А, у них радиус небольшой. Пофиг на танки вообще. А, их... А, не, видите, их все-таки уничтожать надо. Ну куда ты летишь? Так, давайте сразу на самый дальний полетим. Обнаружена зажигательная ракета, сэр. Надеюсь, это последний. По идее, это последний, нам еще нужно уничтожить. Давай, я успею еще это сделать. Если бы не вот этот быстрый полет. Отлично, получилось. Тони Старк, человек-часы. Пока странное вот это видео идет, меня уже грохнуть могут. Все, все вертолеты. О, нам туда. Сэр, она может быть внутри особняка. Что ж, думаю, мы узнаем. Пускай меня палят в спину, посрать. Мы дверь открываем. Отлично. Джарвис, найди главные машины и зал. Машины и зал на самом низком уровне, сэр. 200 фунтов вниз, идите. В тоннель. Зачем я использую энергию? Камон. Хотя для босса... Хотя для босса можно и ракеты поиспользовать. О, я это помню. Лазеры.
Хотя тут можно и так пройти. Вот видите, это просто... Получен большой урон активности. В смысле, она взорвалась, у меня ХП отнялось так сильно. Ой, стоп. Нифига, у меня лазер ХП отнял. Он такой тихий, так идет тихо. Ладно, ты меня целую кантишку забрали. Это плохо. На месте, сэр, система сканировать. Может быть проблемы. А, нет никаких проблем, если мы уничтожим больше маджи. Компьютер что-то показывает, какой-то скачок. Покупка в ближайшее что-то там, это мины, короче говоря. Какого черта? Manual override failed. Короче, я сам себя походу убиваю. Забейте. Я просто туплю, сам себя убиваю. Сейчас полностью умру, потом мне... Да. О, боеприпасы. Лучше бы мне этот перезарядили. Остановитесь, я тебя знаю, и ты не это не хочешь. Я пообещал другу. Это типа босса, да? Ты совершаешь ошибку?
Короче, ладно. Не, я бы кон... Ау. Нету все равно. У меня еще ракеты есть. Я просто не понимаю, почему Тони, почему урон так херово проходит? Ты знал ее? Давно-давно при других обстоятельствах. Ну, теперь похоже, ты уничтожил там кучу вооружений, Старк. Все, на что они годятся, финировки и что-то там такое. Найс, девка, чё? Слава плоская, как доска. Так, ну что, следующий у нас, в принципе, кораблик. Ну, давайте, почему бы нет. Поехали дальше. Оружие почему-то у меня как-то не улучшается. Вот броня улучшается. Так, БЗ обнаружил что-то злот магия. Летающий крестовой, которая служит военной воздушной базой. Уничтожая ее, а также Мафма. Давайте, время есть, почему нет? По две миссии, в принципе, с серии. You're toying with the tiger, old man. That trick again. Actually, between all the wine and women, I hardly had time to play in college. Didn't stop me. Блин, а я не помню, о чем был первый фильм Железного человека. Sorry about your luck. Life is a game for you, isn't it, Stark? Life is a blast. Survival's the game. You're making the right decision. As are you. Keep the merger under wraps for now. Just until we can iron out the kinks. So, no announcements then? That's what I said. But we start working together now. I have some equipment. New technology. I'd be curious to see what your men could do with it. It's the power source I'm interested in. Так, я не помню, космический корабль здесь, по идее, будет прикольный босс, если не ошибаюсь. Матч же в разрухе. Тони без прибыл, он обанкротился. Полагаю, да, и, наверное, источником кучу денег. Думаю, для некоторых размеров не важен. Прекрати, Тони, лучше взгляни на это. Увидим, умеют ли они им пользоваться. Ты точно готов к этому, Тони? Это тебе не игра на игровом автомате. Шутишь, это детские игры. Так, под защитой у нас верхняя часть, чтобы ее уничтожить, нам нужно... Сэр, я обнаружил свой рост в оглушении радара. Если вы уничтожите, получите доступ к радарам.
Так, я не знаю, взрывается он. Радар системная работает, сэр. Классные пушки. Сэр, у них после обновления Stark Industry. Хорошо, в этих перезагрузить. Наверное, поблизости механизм управляющий, сэр. Должен быть способ добраться к ним. И способ есть. Так, только стоит только вспомнить, где этот проход. Так, сейчас попробуем стрельнуть. Ага. Тони, ты куда? База вон там. А, вон, вспомнил. Пойди вот это проход. Да. Потому что я помню, что где-то снизу было. Попробуем три ящика уничтожить, посмотрим, что будет. Поле пушка дельта отключена. Альфа отключена. Бета отключена. Хорошо. Так, летающие дроны, да? Понял. Используем тогда оружие посильнее. Я понял. Залезем повыше. Окей, они запустили вертушку. Неплохая вертушка. О, в смысле? Не, ты херел? Понял. Я понял. Ничего, что ракеты не видны, куда они летят. Где сраные роботы?
destroyed, sir. Okay, what next? Давай, что там следующее? О, в корабль. Полетели. Sir, central data storage located. Contains fortress blueprints. Let's get it then. Блин, что мне в защиту перейти? Походу, да. О, он все восстанавливается. Он очень долго восстанавливает, типа, мне все-все. Да ну блин, вы издеваетесь. Кто ставит ракеты? Кто ставит ракеты? Ой, ракеты, мины. На проходе. Анализирую слабые места. Ой-ой-ой, это тоже плохо. Защита от перенапряжения запущена. Все реакторы движутся рядом с двигателем, отмечаем. Так, короче, сразу сейчас вниз прыгаем. QTE, QTE, QTE. QTE, QTE, QTE. Пока они за мной гонятся, я уже сейчас все уничтожу. QTE, QTE, QTE. Все цепи сейчас отключены. Какой лучший вход? Affirmative, sir. Control panel for bay doors in front of fortress. Пофиг, выключаем. Площадка открывается, сэр. Так, а теперь нам нужно сюда внутрь. Скачок напряжения покончено. Да, сэр. И это последнее. Как только я попадаю в машиноотделение, прыгните к концу главного двигателя и создайте скачок напряжения. Ага. No problem. Главное, чтобы там не было мин. А это что за пушка? Base is discharging active mine, sir. Targets? Local urban area. ETA 1 minute. Damn. I'm on it. Ну что, что мины, пока они не добрались к... Все?
Где еще? Что меня взрывает? Что? База пускает активный мир, сэр. Да, хорошо. Ты сделал это, Тони? Матча конец. Да. Но они не были мои единственные покупатели. Все еще есть и другие Старк. И я его найду. Окей. Мы на этом закончили. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.